Привет, и с вами Саша Браун, и сегодня я хочу поговорить о L-карнитине. Многие спрашивают, что это такое. Честно говоря, это моя любимая спортдобавка. Я считаю, это самой безопасной спортдобавкой. Для жиросжигания очень хорошая штука, особенно тем, кто боится принимать разные там жиросжигатели на кофеине, на стимуляторах. То есть вот эта штучка будет вам очень даже полезна. L-карнитин сам по себе не будет сжигать ваши жиры, не заблуждайтесь. Но что он будет делать? Он будет переносить жиры в те клетки, где будет он сжигаться для энергии. То есть ваш организм будет использовать ваши жиры для энергии. Это натуральная аминокислота, которая, в принципе, у нас поступает в организм из разных продуктов мяса. Но из-за того, что мы сидим на диетах, неправильное питание, перетренированность, наш организм иногда недостаточно получает этой аминокислоты. То есть весь процесс переноса этого жирка в эти клетки нарушается. Поэтому L-карнитин – хорошая штучка принять. А сколько? 2 грамма эта доза считается порция перед тренировкой. Очень хорошо принимать перед кардиотренировками, так как особенно этот процесс, когда вы хотите, чтобы сжигался жирочек, правильно? Есть разные формы выпуска, есть таблетки, есть жидкие, есть порошковый. А что я говорю о жидких? Иногда туда добавляют разные подсластители. И даже если там не написан сахар, все равно, если он сладкий, значит он с какой-то сладостью, потому что это будет или фруктоза, или сукралоза, или мальтодекстрин, что-то. Если сладкое, значит что-то есть, потому что сам по себе L-карнитин, он кислый. Вот, поэтому я люблю такую штучку, называется Carni Pure от Gaspar Nutrition. Он сделан со стивией. Это порошочек, сделан со стивией, стивия является натуральным сахарозаменителем. То есть за 20 минут до кардиотренировки выпиваем, или я начинаю просто пить маленькими глоточками вот такую штучку, и идем работать на кардиотренировке. Почувствуете, потеете больше, и будет хотеться больше пить воды. Это отлично, это хороший результат. Так что советую, попробуйте L-карнитин.